Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры кукол! Напоминаю, что на канале идет конкурс, и это отличная возможность выиграть куколки Лол. Знакомьтесь, малышки Хардорбл с 5 серии. Упаковка выглядит, как и в 4 серии, это пластиковый кейс, но отличие в цвете волос куколок. Предыдущая серия была с волосами голубого или фиолетового цвета, а эти малышки уже имеют пятнышки на волосах и их упаковки розовые. А сам кейс можно использовать для хранения куколки. В этой серии 11 сюрпризов и 26 новых кукол в коллекции. Срываю упаковку, и мне не терпится увидеть, кто там. Какие же сюрпризы нас ждут внутри серии? Это лист коллекционера, 4 стикера, аксессуар 1, локон с волосами, обувь, подставка, кейс и сама куколка в одежде. Прежним остается девиз куколок «Big hair, don't care», и он же написан с обратной стороны бокса. Большие волосы – это не проблема. Открываем. Вот и пакетики. Вижу прозрачную голубую подставочку. Пакетиков, как и в прошлой серии, 4 штучки. Они очень яркие, с надписью «Hairdorables». Первым. Очень необычные серебристые туфельки вместе с синими гольфами. Еще выпала наклеечка. Hairdorables 20. Что она вам может говорить? Вторая часть подставки. Красиво смотрится, прозрачная, с таким легким оттенком. Кувшинчик желтый, с розовым рисунком. К донышку он переходит в серебряный. Можно в него налить или воду, или поставить цветочки. И выпала еще одна наклеечка, на которой написано Major QT. А еще на двух нарисована сама куколка и ее имя Салли. А вот в этом длинном пакетике наверняка находится прядка для волос. Вау, как интересно! На розовой заколочке имя Салли, она прикрепляется к волосам, а это белоснежная прядка, на которой можно увидеть сразу рисунок из цветов. Очень необычно и интересно. На заднем фоне коробки стоит стол с двумя стульями, школьная доска, на которой написано Hairdorables, стоит лейка с цветком, наверное, это учебный класс. А тут куколка. Она совершенно очаровательна в таком цветочном платьице. У нее очень яркие оранжевые глазки, серебряные тени и очень забавные блестящие веснушки на щечках. А вот волосы двух цветов, белого и снизу голубого. Вверху заколоты два хвостика и два хвостика по бокам с такими приятными завитушками. Платьице, конечно, снимается, оно на липучке. А вот уже под платьицем золотой слитный купальник. Очень странно смотрятся ее туфельки с гольфами, может быть, это и сапоги. А за куколкой был вкладыш новой серии. Какие веселые, яркие девчонки. В этой серии куколки делятся на две части. Это маскарад и веселье после школы. Есть одна ультраредкая куколка, ее зовут Cats One, и одна редкая, Lucky Emily. Признаюсь, что эта куколка мне понравилась больше всех из серии. А вот эта куколка на вкладыше Салли Скульптор. И теперь понятно, почему у нее в комплекте идет кувшинчик. Мне бы понравилось, чтобы сама заколочка была чуть-чуть поменьше. А еще я приготовила одну упаковочку с питомцами Hairdorables второй серии. 8 сюрпризов внутри и блестящий питомец. Посмотрим, чей питомец мне попадется. Упаковочка с питомцами тоже очень яркая. Для того, чтобы ее открыть, нужно потянуть здесь и открыть две половинки. О, тут уже знакомая мне сценка вместе с вкладышем. Нарисована будка и спортивная площадка для домашнего животного. Посмотрим, что скрывается за первой дверкой. Это розовый яркий пакетик. У меня выпало золотое сердечко с рогом и голубыми крыльями. Еще в этом пакетике наклеечки. Второе отделение. Я даже еще не догадалась, кто этот питомец. Маска с ушками единорога. На тарелочке лежат розовые печенья, сердечки и звездочка. А на наклейке два питомца – заяц и лошадка. Кто же попадется мне? Если это рог, наверное, это лошадка. И она в этом большом пакетике.
Вот это у нее волосы, какой цвет интересный. У нее уже есть свой рог, голубые глазки и голубые брови. Лошадка фиолетовая, с блестками, золотые копыта. Она может крутить головой. У нее очень яркая грива, практически бордово-малиновая, с серыми прядками. И такой же яркий хвостик. А вот эта лисичка мне попалась в прошлый раз. Примерим маску. Эта маска похожа для сна. Она очень хорошо садится на мордочку лошади, просто идеально. А что это за сердечко? Может быть, это флакончик духов? Вы напишите мне в комментариях, если знаете. Это карточка лошадки. Ее зовут Джемма. Перед сном она выпивает стакан блестящего молока. А ее любимое занятие – строить замки из песка. А вот она на вкладыше. Это лошадка, которая собирается спать. В этой серии она выпущена в двух вариантах – в сиреневом и белом. А с обратной стороны на вкладыше я увидела теперь, кто хозяйка этой лошадки. Напишите мне имя этой куколки. А у меня есть еще одна куколка в розовом кейсе. И еще я не сразу обратила внимание, что в четвертой серии нужно было платьице на кейс наклеивать. А эти куколки уже идут в платьях. Очень ярко переливается надпись Hairdorables. А там 4 пакетика. Подставочка такая же прозрачная, голубая. И я надеюсь, совсем другая куколка. У нее розовые ботинки с голубыми шнурками и очень яркие желтые носки с зеленой клеткой. Я бы сказала, что очень смелый выбор в цвете. Опять наклеечка Hairdorables 20. Часть от подставки и 2 наклеечки с куколкой и ее именем в сердечке. Эту куколку зовут Рейн. Какой же еще у нее аксессуар? Оранжевая наклеечка с номером 01, сумочка желтая с одной стороны, а с другой стороны она закрывается и 2 кармашка. Какая там внутри прядка. На заколке тоже имя Rain. Волосы на прядке белые, а уже на них разноцветный рисунок. И у нее точно такой же фон сзади в кейсе, как и у первой куколки. Значит, она тоже веселится после школы. А мне очень понравились куколки, которые шли в серии «Маскарад». Очень жаль, что такая серия мне не попалась. У нее голубые глазки, сиреневые тени и очень интересные волосы. Впереди они тоже сиреневые, а сзади разных-разных цветов. 2 хвостика, а волосы голубые, желтые и даже розовые. На ней надета голубая рубашечка и шортики на зеленых лямках. Конечно, ее костюмчик снимается, под ним блестит голубой купальник. Этот костюмчик целиковый, то есть шортики с рубашечкой сшиты вместе. Посмотрим, как на ее ножках смотрится обувь. Мне кажется, она как-то простовато оделась для вечеринки. Единственное, что ее выделяет, это яркие пряди в волосах. А куда же ей прикрепить эту прядь? Вот ее сумочка. Она по принту очень похожа с ее шортиками. На вкладыше эта куколка на желтом фоне. Веселье после школы. И ее имя продавец Rain. Как вам понравились куколки, обязательно пишите в комментариях. Меня очень расстроило то, что мне не попалась ни одна куколка из маскарада. Стоит ли мне попробовать удачу и еще открывать кейсы с куколками 5 серии, а может быть 4? Не забывайте участвовать в конкурсах, подписываться на канал и ставить лайки под видео. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!